Сотрудники полиции выявили хищение бюджетных денег, выделенных для реализации государственных мер поддержки семей с детьми. Предварительно установлено, что в группу входили чиновники, жители Ингушетии, а также неустановленные лица. В период с 2019 по 2022 год злоумышленники подделывали договоры купли-продажи объектов недвижимости, а также договоры займа. Для этого использовались поддельные документы детей, якобы рожденных за пределами Российской Федерации. В результате противоправных действий члены группы похитили выделенные для реализации государственных мер поддержки семей с детьми бюджетные средства на сумму свыше 1 000 000 000 рублей. Проведено 15 обысков по местам жительства и работы подозреваемых. Изъяты документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение.